Доброе утро всем. Я сегодня встала с головной болью. Терпеть ненавижу вставать с головной болью. Ключи в двери, как всегда. Ай. То ли от ветра, то ли что, не пойму. В общем, я сейчас еду, мне нужно подружку забрать с ее мамой. Будем делать их красивыми. Главный надсмотрщик. Чарли, иди сюда, покажись. Сейчас будет всех облаивать, обгавкивать. Назад. Но. Чарли, я... Приветствие такое. Ясно? Ясно? Сейчас бабушка сядет. Ну, какая бабушка? Pero, ¿qué te pasa, hombre? Ясно. Никакой сердце. Ну, правильно. Не пускай никого. Сейчас еще со второго. Правильно, не пускай никого. Одолели, атаковали. Чарль, Кепа, скажи. Кепа. Все, сели? Сели. Оксан, закрыли все. Сделали видимость пристегнутых? Ну, наверное. Чарль. Мам, ну, держи. Ой, что это, да. Кстати, вас скрывает скрытая камера. Можете поздороваться. Ясно? Сверху. Красивый хозяин. Тут будешь сидеть всю дорогу там у меня. Ты какой ты. Ой, какой ты. Чарли, да? Охранник. Чарли. Да. Молодец. Что, вы только вышли? Нет, постояли минут 10, подышали. А что так долго? Ну, подышали пока, Оксана, она пока поразмялась. Смотри, ровно 35 минут. Тепло вроде как сегодня. Да, а сегодня прям это, смотрю, вроде пока чуть прохладнее. Мне написано 16-17, я, может, не туда буду? Да нет, да, так, сейчас в машине посмотрю. А прям кажется, все. Да, потому что ветер, наверное, не холодный. Да. Ну, 14 градусов написано на машине. Вот, вообще должно прямо это. Поэтому я пойду. Мои красавицы гуляют. Поехали. Уже что-то закупила Танюха там. Чарли, мама? Ой, прям солнце такое. Тепло так развеялось. Ой, хорошая такая погода. Чарли, венька, вели хочешь? Ну, Исаки. А нет, не сюда. Че, вы нагулялись? Вас снимает скрытый с камеры. Хорошо, посидели. Че, ты уже купила, да? Да я вон чуть два помидорчика, ну, такие помидоры с мою голову. Может, кисть, Александр. Все, закрыла? Закрыл, пошли. Ага. Пощипала, там брови щипала девочкам. Ну, забыли, завтра вам привезу. Делаю хлебушек. На завтра у меня будет хлебушек. И, конечно же, пирожки с картошкой. Потому что делаю рецепт полторашный рецепт, скажем так, чтобы... Ой, муки не забыла. Муки забыла. Чтобы сделать пирожки. Опару. Сначала всегда опару делаю. У меня рецепт есть на канале, так что заходите, делайте хлебушек. Очень вкусный. На тосты, который. Так, у нас... так, это все готово. А сейчас буду плов разогревать. Ой, кастрюля какая тяжелая. Я вчера...
О, как запах, как пахнет. Посолить забыла. И солила в конце уже, знаете. И не пробовала. Соленый, не соленый, даже не знаю. Сейчас посмотрим. Ты пойдешь налево? Я пойду? О, боже. Это поджарочка внизу. Я все сейчас разогреваю. С косточками. Я люблю плов с косточками. Моя тарелочка с свиными. Почему-то он так мне кажется вкуснее. У каждого свои вкусы, поэтому я вот обожаю с косточками. Голова у меня продолжает болеть. Ну ладно, не будем на это обращать внимание. Так. Ты пойдешь налево? С патиссончиками буду есть. Подожди, банку говорила, блин, пипец. Девчонок отвезла домой. В этом году. Скоро 8 марта, друзья. Ничего не планируем, потому что, а как планировать? Мы напланируем. А нам же сейчас еще и нельзя, поэтому никаких планов на 8 марта нету. Так, ладно. Сейчас покажу вам, что получилось. Опара пускай подходит. И... Ой, прям как-то вот тут. От погоды, наверное. Девчонки сейчас сказали, что у них тоже как бы самочувствие нехорошее. Ну ладно, переживем. Мужу показала патиссончики вот такие. Он говорит, что это такое? Как это сделали? Я говорю, это как кабачок. Вот так раз. Им этого не понять. Смотрите, какая прелесть. Рисинка к рисинке. Патиссончики. Косточки. Всем приятного аппетита. Что тут у нас с нашим тестом? А тут все хорошо с нашим тестом. Смотрите, как поднялось. Был такой маленький. Я тут, видите, грелочку включаю. Потом вставлю вот так вот. Так что пойду я уже... В форму его переложу.
друзья, и убираюсь. Увидела, что вот это вот грязное. Поставила лестницу, быстренько помыла. Все. Пойду дальше. Увижу что-то грязное. Возьму, быстренько протру. А не так вот, знаете. Сегодня я генералю. Я так не умею. Ой, что у меня на голове, друзья? Нормально, в принципе. В общем, я так не умею генералить, там что-то, знаете. Нет, бывает, когда... Не, не бывает. Ну, в ванную там пойду, помою везде. Ну, в общем, вы поняли, к чему я это, да? Вот, пойду, хлебушек у меня совсем уже прям большой. Смотрите, как поднялся, суперски. Обычный, да? Вообще у нас сегодня немного облачно. И прохладно. Хотя показывает 22 градуса, но ветер такой, знаете, свеженький, скажем так. А, я вот за этим, за этой парочкой постоянно иду. У них собака тоже есть. Я не знаю, видите, что они сегодня на пляж не пошли, а круголяк сделали. Нет, я до пляжа пойду. Тут надо вот дорогу эту перейти. И там метров 500, наверное, будет пляж. Так что ж, я шла, когда осталось буквально два шага, а я пойду назад? Да нет, я люблю море, я хочу посмотреть, что там и как там. Да? Вот так вот. Если бы море моим было водой. Смотрите, у нас здесь вот недавно вот беседку вот эту сделали, разровняли все. Сделали вот эту вот, не знаю, как она называется, пассарелла. Тут вот три камушка, так, мусорка. В общем, такой пляж был более, ну, это как бы здесь нельзя ничего строить, потому что здесь, в общем, как парк, птички разные, все дела. И вот смотрите, это пляж называется Playa de las Azucenas. И знаете, сколько на это все потратили? 99 660 евро, представляете? Офигеть. Вот на это все, вот чтобы вот, вот это вот 100 тысяч. Да. Тут вот поставили вот это вот. Что можно, что нельзя. Деревья посадили. Вот, например, вот эти вот. Видите? Синие штуки, там деревья разные растут. Вообще симпатично, красиво, конечно. Здесь все заброшено было. Может быть, оно и так и стоит. Но не знаю, 100 тысяч на вот это. Вот мусорки разные поставили. Как-то так. Чуть не ушла. И не засняла вам красоту. А главное, шум. Лепота. Я тут выяснила, что дать надо хлебу вот так вот. Ой, вы где? Вы где? Подняться, а иначе он потом при запекании, если в форме поднимется, то будет, в общем, сделает вот так вот дырку там, расщепенится. Так, хорошая лестница, но я ее постоянно забываю, как сложить. Очень легко складывается, главное вспомнить как. И у нас вот там она за дверью стоит. Сейчас духовка поднимет, нагреется, ну, буквально минут за 5-10, и поставлю уже в духовку. Мужу рыбу приготовила, пожарила. Немного потом пловчика, наверное, с рыбкой съест. Если кто-то думает, там что-то как-то, я вообще в день по два блюда готовлю. Потому что некоторые, например, мои блюда он не будет есть. Ну, там, я не знаю, как сказать. Ну, вот плов, допустим, да?
Или что я вчера-то ела? Я уже забыла, что я вчера ела. Что же я вчера-то ела? Не помню. Зато знаю, что завтра буду. Ой, блин. Кофе навела. А что же я вчера-то ела? Рис доедала. Рис доедала. Вот. Муж не будет доедать рис какой-то там трехдневной давности. Ему надо свеженькое. Вчера ему тортилью эту сделала. И что-то еще. А, от сестры он принес мясо. Карне кон томат. Это вот мясо в томатном соусе. Я не люблю очень томаты. Вернее, я не очень люблю помидоры, поэтому мне такой не очень нравится. Ну, к сестре заезжал, она ему передала. А сегодня рыбка. Ну, с пловиком, наверное. А завтра вот буду делать тыквенный супчик. Тыквенный супчик. И что-то у меня еще там было. Не помню. Ой, блин, голова древа. У нас такой ветроган поднялся. Не знаю, на море сходить сегодня или как. Завтра я опять после обеда работаю. В общем, поживем, увидим, что и как будем делать. Я тут опять на кухне поставила картошку вариться. Может быть, знаете, на завтра, сегодня сделаю эти пирожки с картошкой. Сейчас картошку отварю с этой, с лучком жареным. Я так люблю. Я так люблю, чтобы небо не кончалось. Поджарю лучок. Потому что, мало ли, у меня, знаете, я лежу-лежу на диване, так лежу-лежу, потом скучно мне. Думаю, что бы постряпать. И вот у меня будет уже полузаготовки, скажем так. Я себе здесь пожарила яйцо в шайтан-машине. Вот, и сейчас что-то кушать хочется. Сейчас съем яйцо. Ах, как хочется жрать, жрать, жрать. Тут я, наверное, много лука пожарю. Ну, ничего страшного. Значит, завтра можно сделать. Добавим пару яиц и будет такой вот тортилья де сибоета. О, де сибоя. Без разницы. Ладно, буду кашеварить. О, мам. Что-то мне прям хочется завтра утром позавтракать пирожками. Вот прям особое желание такое у меня возникло. Тесто, смотрите, какое. О, оно прям в пакете, из пакета выпрыгивает. А это хлеб. Я вам не показала его. Я уже в пакет положила. И в холодильнике оно так лучше, он так лучше хранится. Жарим лучок. Ну и все. Буду сейчас кушать. У меня тут авокадик. О! Смотрите, какое яичко. Всем приятного аппетита. Это у меня ужин такой. Мама, плачу, плачу. И зову. Вуаля. Пацан сказал, пацан сделал. Пирожки. Горячие, сейчас они чуть-чуть подостынут, и я положу их в пакет, потому что мне нравится, чтобы они такие были тянущие. Вообще это тесто вот у меня есть на канале, заходите и делайте. Это вот для тостерного хлеба, и вот это тесто идеально подходит для жареных пирожков. А еще на завтра я вам открою небольшой секрет. Мы с вами будем делать, точнее я буду делать тыквенный суп. Смотрите, это вот я раскрыла небольшой секрет. Так что не забывайте подписываться на мой канал. Жду от вас комментарии и лайки. И всего вам самого лучшего. Встретимся с вами завтра.
за чашечкой чая с пирожком горячим. Я его разогреваю в этой машине, это аэрогриль. Или как это, гриль без масла. В общем, что-то такое, как она там по-русски называется, аэрогриль. Что-то, и они получаются обалденные. Ну ладно, это завтра. Ну а сегодня всем пока-пока!